вы думаете, в ближайшее время игры могут стать инструментом некого политического влияния? Потому что не секрет, что они уже имеют очень большую аудиторию свою и могут восприниматься как определенное средство массовой информации для определенных кругов населения. Я думаю, на эту тему очень любят поговорить журналисты и так далее. Я бы им и оставил эту возможность поумничать и проявить себя. Я думаю, что все что угодно потенциальное. Надписи на йогуртах тоже потенциально в каком-нибудь романе могут так сработать. Но, по-моему, пока что это все вымыслы и, в общем, не знаю, придумки. Есть еще вопросы? Хорошо, всем спасибо.